надо песок. А маленький идет по правильному, да? Вот вышли все погулять. Как говорится, лишний повод погулять появился. Пойдем на море. Пердыни идет. Малик расстроился, не дали собаку повезти. Ну вот уже рядом практически море. Морем пахнет. Да? А ты там упадешь, Маляк. Маляк, Маляк. Маляк. Смотри какой. Не, не подходи. Маляк бесстрашный. Давай, 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 давай. Да, пойди давай. Вот, кстати, подошли. Вот оно какое море. Вот, пожалуйста, вот эти волны, жуткие вот эти вот, и обратные течения, конечно же, сумасшедшие обратные течения. Приходите сюда. Красивое море. Рома тут ищет свежим воздухом. На самом деле вот такую вот красота. Малик, не подходи близко. Я подходи. Ты что? Ты что? Тебя сейчас волна унесет туда, вот в море, приведет, придет сюда. Ну это люди, это тети взрослые сидят, это еще маленькая. Дай море, что? Конечно, такое. Здесь вот набросаны такие камни. Очень красиво, здорово. Дальше купаться здесь нельзя. А, конечно, когда она уже подрастает, будет слушаться. Громой. Грома такая послушная, лежит, дышит. Сейчас, в принципе, прохладно уже. Девчонки проходили мимо, начали хохотать, и Грома начала лаять на них. Охрана, встает охрана. Охрана, встает охрана. Маля, какой мороженое? Скажи им, какой ты мороженое будешь. Ты будешь мороженое? Ты будешь? Да. А, ну вот скажи, а, Виталита Генезугайра. О, Талета Фи. Я хочу с печеньки. Вот с печеньки. Я тоже хочу с печеньки. Одно 3 стоит, другое 5, другое 7 паундов. Я хочу белое. Ты скажи, какое я, будешь, я... Малик? Манго, да? Галь, нет, ну, конечно, Александрия, Каир отдыхает. Где же такое море? Да. А вот смотри, она там легла, ей так нравится. Там она, да, там прохладнее. Никуда не надо. Конечно, такого. Все мороженое. А? Ты не хочешь чашка с белой, с... Большую будет? Чашка с манго и с белой. Ага. И еще одну, да? На, давай еще одну. Лафетками. Сначала никто не хотел, а потом все. На свежем воздухе. Да, очень вкусно. По 3 паунда, кстати, очень демократично. Нормально кушать. Нормально съесть. Это хамсо? Вот съедим мороженое. Солнце за облаками. Кучками. Запах, конечно, очень хороший, морской. Мороженое. Мороженое, да. Печеньки есть, только стаканчик нету. Это не угостили. Тебя не угостили, да? Тебе тоже интересно. О, даже солнце скоро будет заходить. О, прохлада. Свежий воздух, да? И не так жарко.
Малик нравится, Малик? Малик очень понравилось. Она даже хотела туда сесть, но ей не разрешила. Еще мороженое! Ты еще мороженое хочешь? Сейчас у него там осталась дача, попроси у него. Нет, нет, он принес уже. Принес? Да, если вам. А он ушел уже. Да, вот там вот вдалеке, вот там вот вдалеке этот White Bay находится, White Bay. Там не видно. А вот эта старая часть Александрии. Скорее бы уже наш гром вырос, чтобы всех египтян отпугивать от нас. Да? Хотя у нас Дэнни как махром. Собака друг человека. А у нас управдом друг человека. Вот уже солнце начинает садиться. Клониться, как говорится, к закату. Уже скоро. Солнце такой блин. Круглый, можно так сказать, блин. А кто там бегуны? Бегут. Спортсмены, да? Да, я так и буду держать собак. А ты не хочешь держать собак? Нет. И я хочу. Я иду отсюда. А там собака тоже лает какая-то вдалеке. Конечно. Я думаю, там скоро эти хаски. Ага. Они только увидели. Издалека. Они почувствовали. Да. Ага, Фриска. Я не знаю, видно, наверное, не видно на камере. Красный закат. Вот солнце прям красное. Красное. Рыбаки ловят рыбку. Ой, какие волны. Запас. Ага. Чтобы подбольше опоздали. Это считается очень большой. На такси. Сейчас вылез, все, понимаю. Такси. Еще много раз. Так, ну что, темнеет, да? Да. Солнце уже практически село. Сейчас пришли домой, убрала ковры. Мама говорит, пусть типа, надо ей какой-то бенефит сделать. Она же нас защищала на улице, да? Она защищала на улице всех. Всех, да. Сегодня кошка с балкона. Да, а кошка набросилась. Да, кошка на себя набросилась. Кошка такой наглости не ожидала. Кошка не ожидала такой наглости, что ты припрешься и начнешь тут, понимаешь, ходить по всей квартире. Да? Кошка!